В Югре количество выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом впервые превысило 1500 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Югры. Таким образом, количество вылечившихся за весь период пандемии вплотную приблизилось к 10 тысячам югорчан. Вместе с тем, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 221 человека в 18 муниципалитетах региона. Самое большое количество новых пациентов в Сургуте – 49. В Сургутском районе положительный тест у 28 человек, в Нижневартовске – 27 заболевших. Под наблюдением медиков сейчас находится 20 070 человек. Сняты с наблюдения 47 830.